Боже, я докупаться уже хочу. Мы целую неделю ждали и не купались. Наконец-то. Здесь водотёп уже был. Да. Так, мы все взяли? Мы взяли арбуз, мы взяли мою подушку, взяли круг. Мяч. Мяч вот у меня, мяч. И очки взяли. Нырять. Да. Ой. А ты трубку взяла? Да, взяла. Все отлично. Да. Все, так, тепки, очки. У нас на месте. А папа, идем, а вода холодная. Нет, мы будем все равно купаться. Не каркай, она будет очень теплая. Да. Потому что вчера мы вечером пришли, она была очень теплая и классная. Вообще, так купаться хотелось. Давай вместе. О, нормально, приду в школу. Будешь что показать. Куча селфи наделала. Да, реально много наделали селфи. Будет чем одноклассников удивить. О, Даш, смотри, там вроде бы Рома идет. О, да, похож, это Рома. Рома, иди сюда. Рома, мы здесь. Рома, иди сюда, мы тут. Горячая, сладкая кукуруза, покупаем. Горячая, вкусная, сладкая кукурузу, самую вкусную на этом побережье. Покупаем кукурузу. Кукуруза, сюда иди. Самая вкусная на побережье. Почем твоя кукуруза? По 25. А что так дорого? Ну, на школу надо. Какую школу? Тут по 20 носят. Давай дешевле. Ладно, давайте по 20. Держи. Угу. Самую красивую давай выбирай. Ой, класс. А соль? Есть у тебя соль? Соли нету. Ну, а как же ты ходишь без соли? Как это? Ну, вот так. Ой, ясненько. Ну, все, ладненько, давай. Горячая, сладкая кукуруза. Горячая, сладкая кукуруза. Как же я устала. Ого, Рома, ты что, работаешь? И сколько ты уже заработал? Ну вот, 20 гривен. Я ж потратила на один вчера на дискотеке. Надо зарабатывать, школа. Ром, если хочешь, ложись на шезлонг, отдохни. Мы тебе водички принесем. Тем более на водичку ты уже заработал. Давай деньги, мы тебе водичку купим. Шашлычки, мили, рапа. Идем. Идем. Слушай, стой. А давай пойдем на водные горки, а Роме скажем, что мы деньги потеряли. А это идея, давай. Пошли. Идем. Быстрее. Он пошел на дверь. Да. Мы не море. Да. Круто. Сейчас на горке покатаемся. Ага, Роме скажем, что деньги потеряли. Ага. Круто мы придумали, скажи. А я же не поверю. Не, поверю. Ну ладно. Помнишь, если что, деньги мы потеряли. Ну, конечно, помню. Пошли, идем. Рома! И где вы были? Рома, извини, но мы деньги потеряли. Как? Ну, мы вот так шли, и я смотрю на руки, и у меня нет денег. Почему вы мокрые? Мы решили скупнуться. Да, Настя стала мокрой. Вот так вот. Вы должны отработать эти деньги. Это целый день работал, чтобы вы их потеряли. Ну, Ром, извини, но мы не специально, мы не хотели. Может, у нас кто-то их украл вообще. Мы не знаем, куда они делись. Чтоб деньги были. Как? Не знаю, заработайте. Ну, Рома, мы не хотим. Ну, пожалуйста, мы же не специально. Я хотел целый день ходить кукурузу продавать. Ну, Рома. О, Даш, у меня есть идея, как заработать деньги. Какая? Для этого нам понадобишься ты, Рома. Я? Ну, Рома, не шевелись. Кто за рулем? Надоем уже. Мы же тебе зарабатываем. Ну что, Рома, теперь можно начинать зарабатывать на тебе. Начнем?
И что это будет вообще? Зачем это вообще? Сейчас, Рома, все увидишь. Надо, надо, Рома. Фотка с русалкой. С русалкой, кто желает? Недорого, подходите, фоткайтесь. Фотка с русалкой. Фотка с русалкой, подходите, не стесняйтесь. Нормально вообще, придумали тут. Так, Рома, тихо. Русалка, фотка с русалкой. Недорого, подходите, фотка с русалкой. Фотка с русалкой, подходите. Недорого, фотографируемся, не стесняемся. Да, что-то на Рому не очень люди реагируют. Ладно, Ром, мы пошли, может быть, кто-то подойдет, сфотографируется с тобой. Пошли, Настя. Ты лежи здесь. Нормально, только взяли и опозорили. На него так люди смотрят. Почему он вырывается? Где моя кукуруза? Ну, была здесь, я не знаю. Ну, наверное, когда мы тебя закапывали, ее кто-то украл. Кукурузу у меня украли, деньги забрали, а позорю перед людьми. Фу на вас! Рома прав, мы неправильно поступили с ним. Да, ты права, я знаю, что нам делать. Я объясню всю ситуацию родителям, они нам дадут деньги, и мы ему вернем даже больше, чем он нам дал. О, так это хорошая идея, так что, пошли.